Можно знаглеть. Итак, а что же произойдет дальше? Убью я курьера и убью вертолета? Не. Убью курьера и не убью вертолета? Не. Ребят, как вы думаете, что я сейчас сделаю? А? Убью верта и курьера? Или сначала курьера, а потом верта? Или верта, потом курьера? Или вообще ничего не убью и сдохну? Ага, узнаете в видео. Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня мы будем играть на снайпере. Руну нам не дают. Слишком агрессивно. Слишком агрессивно на руне тут. Хотя, можем взять ФБшку, я так чувствую. Жаль, что не заластхитил. Вот этого пацана тоже можем. Хорошее начало. Каточки. Эх, ну Леон профейлил. Буду на ТП уходить. Буду на ТП уходить. Ухожу на ТП на центр. Ну, неплохо, в принципе, сделали два фрага. Поехали на центр. Кто у нас будет стоять на центре? Сейчас посмотрим. Вертик. Не добил, крипчик, печалька. Маны нету, ничего нету, нужно выфармливать аквилу. Раньше вкачивать будем. Надо будет как-то ракетку и выйдить. Вертик, походу, неплохой. Да, ТБшка, кстати, 9к, ребят. Начало сезона. Норм игроки ожидаются. Нормально, он меня переластхитил уже. В принципе, неплохо. Пока что без второго спелла. Хреновенько. Я тоже стараюсь добивать. Тоже стараюсь. Стараюсь. Напряжно, но получается. Может, добил? Господи, он меня просто перекрикивает. Молодец какой. Собрали хлеб из-под тауэра. Отходить я не буду. В любом случае. Пролагал это. Очень много хлеба у него из-под тауэра забрал. Ничего страшного. Думаю, чел переживет. Так, руны на топе нету. Проблочим крипчиков. Специально, чтобы линия была на мне. Он тоже проблочил. Так. Завязал третий. Забираем крипа. Хорошо. Забираем еще одного. Забираем еще одного. И забираем еще одного. Отлично. Просто идеально. Под тавром, жаль, не добью. Добил одного, к сожалению, только. Так, ну нужно... Аквилочка. Вот так вот сделаем. Взял расходнички, поэтому можно за хпшки сейчас не переживать. Вот так сделали. Хорошо. Есть аквила. Далее сапожок надо нам. Вертолетик хорошо стоит, не АФК. Три тычки успеваю дать. Прекрасно. Даже если мы на миде умрем от верта, это нормально, ребят. Потому что вертолет немного посильнее, чем снайпер. Это как к гадалке не ходи.
Энигма идет в ганг. Это иллюзия. Тычку, разбей. Он сам должен разбить. А, он все ушел на ЭГшку. Не пострадал совсем. Но думал, если это рили настоящая была Энигма, там стопроцентная смерть, ребят. Сапожок полетел на топ. Кому-то. Так, ну придется юзать хил. Надеюсь, не умру. Да, не умираю. Вкладываем айтем. Нужно сапог. Сапожок. Хорошо. Вертик отхиливается. Можно наглеть. Кур расконтролить. Не расконтролил и сам сдохну сейчас. Пиздец. Мой микроконтроль меня подвел сейчас конкретно. Сейчас просто нужна была еще одна тычка курьеру, я просто не успел расконтролить. Пиздец, какой фейл. Очень сильный фейл, ребят. Просто слитый мид вот так вот таким фейлом. Микроконтроль. Ну, не чувствую мышку так, как нужно чувствовать ее. По киберспортивному, как говорится. Так, вертик 6 левел. Ну, можно попробовать забычить сейчас. Слоу граунда. О, нет, он не пошел сюда, ведь стоит вард, скорее всего, да? Печально. Сейчас уже. Подходить, значит, проиграть. Конкретно уже. Тоже тупо спамить шрапнелью остается, потому что сейчас подходить не вижу смысла вообще. Хотя бы так. Блин, обидно вообще, такой просто фри, надо было раньше просто на курьера заагриться, я так думаю. Фри, вообще просто фри. Фри был. Мув. Уже не будем судить строго за такие мувы, за такую ошибку. Говорил, что сдохнуть один раз нормально, и в итоге сдох. Ничего страшного. Будем терпеть, ребятки. Внизу какая-то заварушечка. Монетка. Пойдем поможем нашим ребятам, если даже будет жить. Нет, он не живет. Го дальше. Верта. Найс, просто всех отправили домой. Отправили домой всех. Чалька, конечно, меня очень сильно расстроил мув на центре вообще, ребят, прям. Пяка вообще конкретно. Прям бяка. Бяка-бяковка. Промахнул ласт хит, но дальше не промахнул. Так, ну на топе кусок вот этот. Фри вообще, вообще фри кусок. Прям сладенький, свеженький.
Одна шрапнель, 2000 ультимейт. Просто. Персонаж на одну шрапнель, 2000 ультимейт. Ну, не знаю. Отойду лучше. Нет у меня ТПшечки, к сожалению, на низ. Пойду дальше долбить центральную тогда. Дальше долбить центральную. Я там ребятам не помогу, слишком нагло. Они зашли там под Т2. Потратим шрапы. Одну штучку. Чтобы подпушить немножко. И погнали далее. Так, ну, ТП на базу сделаем. Закупимся. ТПшечку и погнали дальше. Отлично, зафармлено. Все рассчитано. Идем обратно на линию. Нужно выфармить Madness, чтобы уже быть готовым убивать вертолета. Так, ну Ката заруинила сейчас мне крипа. У меня ультра сильные саппорты какие-то. Очень хорошо знают, что нужно делать. Это радует. Вертик пришел. Ну, этот пацан умирает тут от ракеты. Да, там мартрет, конечно. Пылесосит по-страшному. Хорошо. Печалька, что не добил, но ничего страшного. Божественная команда какая-то попалась просто. Блин, ну, на центре не зафейлил. Игра, конечно, была намного красивее. Там и курьера забрал бы, и самого героя там. Просто шик и блеск был бы. На, фингер. В задницу. Жестко он его засадил. Так, ну ракета долетит, и я добью. Надо убивать пацана. Давайте трипл. Трипл. Оформили. Включаем аквилу, чтобы лучше пушить. Ох, как пролагало-то. Да добивай, я не буду даже пытаться, дэмэджа там намного больше. Есть Madness, ребят. Madness. Обидный фейл, блин, я вот до сих пор вспоминаю, вот чисто. Жесть, какой обидный фейл был. Очень простой вроде мув. Но не расконтролил. Курьер. Маленький хитбокс. Маленький хитбокс имеет и прокосячил вот так сильно. Мартредочка. Ассасинейт 275 МП. Greetings, my lord. I'll take care of it. What do you need? Химику очень много дали. Очень много. Они очень сильно отстояли низ. Ультра сильно.
На топе файт какой-то. I'll take care of it. You have a target? Are you threatening me? I'm your shooter. You have a target? Я могу на топе разнести их. Fire! Our reverend's town is under attack. Aye, sir. You have a target? I'll take care of it. Aye, sir. Our brethren's town is under attack. What do you need? Time to go. Aye. Так. Радик хотел там уже. Пацаны на радиенцах. Аккуратненько подфармливаем. Но это так не работает. Так, яшка почти есть. Пойду в лес. Жаль, ТПшки нету. Закину шрапнель. Зафармить. Эйни с даггером. Ломаем, пинаем товара. Блин, тут так шрапнель быстро кдешится. На 85-й она очень долго кдешится. Ну, у меня никого нету, значит, я пушу спокойно. У меня никого нету, спокойно пушу. Забираю тавер и ухожу. Полили говном, так сказать. Снайпер пришел с Аегисом. Пятиминуточка просто. Ломаем дальше. Чё, погнали на топ? Мне кажется, надо идти на топ. Это более чем хорошо. Go топ. Еще есть Аегис. Продадим. ВБ. Курочка там. А, не, это крипчик. Я думал, там курочка летит. А там крип. Слушайте, я тут так нагло стою вообще. Как будто у меня 40к ПТС. Резерв стоит. Так, ну 15 голд надо мне. Ганг отряд, засада стоит, ждет. А, у меня Аегис есть. Чё парюсь? Зомбиков сливаем. И зарезал меня таки. Найс ГГВП. Nice,
Ну, пушим, пока никого нету. Одна мартретка живая. Хорошо, забираем. Джавелинчик есть. Хорошо. Промахивается. Чуть не прогулял крипов. Чуть остался. Косарик до МКБ. Хороший затарн для такой минуты. Да-да-да, я вижу, вижу, бро. Я не полезу туда. Абсолютно не нужно. До покупки МКБ не хочется сливаться. Да и вообще уже не хочется сливаться. Одной смерти достаточно. Оу, а чё? Ну, а раньше, братан. Раньше надо было. Чуть-чуть раньше бы Рубик, если прыгнул. Там фрифраг был бы. Я бы расстрелял там просто. Казнить. Расстрелять. Кинем шрап. И погнали. Один крипчик. И результат. Два крипчика. И как раз хватит секкуру. Есть МКБ-ха. Поехали. Слушайте, ну рэмпейдж надо сегодня оформить. Так, ну мартретка будет. Нет, не будет. Мартретка с Маднесом будет убегать. Не видя смысла жизни в этой игре. Так, ну химоса душат. КБшка в студии. Боже, как же я дамажу. Вы видели просто, какие тычки зомбарю залетели? Жесть. Ну, просто рэмпейдж. Рэмпейдж надо в таких ситуациях давать. Да, прикольненько. Динайм тавер. Портретка 900 хп. Я ее просто расстреляю. Найс. Хорошо. Хорошо. Еще 1800 сверху. Волчонка бы еще доминатором переманить. Ой, блин, какой же смешной герой этот снайпер. Разбил томбу. Дай я тебя ударю. Yeah. Господя. Ладно, не буду мучить. Выждал уже гоуст на всякий случай, чтобы если портретка осмелилась прыгнуть, чтобы я хотя бы не так быстро умер. Потому что там тоже Madness, и у меня Madness включен. Это будет печальненько.
Команда мечты, что сказать, Рилли, команда мечты, все сделали, все сами. Я мид, правда, слил. Не в нули, но слил. Неприятно. Не в нули, но слил. Больно Ризраку. Ризраку больно. Портретку под колодцем убивает. Воу. Ой. Такая вот каточка вышла. Смешная 25-минуточка. Все, на этом, ребятки, будем заканчивать.